Сегодня у нас долгожданная новинка, великолепная пряжа от Лана Гросса. Новинка 2020 года, лето даже, я могу сказать, лето 2020 года. Абсолютно новая, натуральная. Сегодня мы с вами посмотрим, обсудим ее состав, метраж, расход, особенности, которые нужно учитывать при выборе модели и техники вязания. Давайте посмотрим. Значит, в составе только натуральная. 50 грамм моточек. 58% лен, 26% вискозы и 16% хлопка. То есть состав великолепный, искусственного нет вообще ничего. Если вы любитель натурального, то это обязательно для вас. Значит, рекомендуемый размер спиц. Крючок здесь не показан, потому что я вам расскажу почему чуть позднее. 4-4,5. Я связала образец вот на 4,5. Мне кажется, это вот идеальная история получается. Значит, что надо учитывать? Ниточка у нас с вами разной толщины. Давайте мы посмотрим. Вот я вам сейчас покажу. И причем толщина достаточно сильно отличается. Вот получаются такие утолщения. И вот эту толстую я вам положу. А вот это у нас будет, я не знаю, видно, хорошо здесь видно, да, на белом? Должен вот, быть. То есть вот это у нас такое идет утолщение, а это идет тонкое, вот это самое тонкое. Вот здесь тоже, видите, то есть достаточно большая разница. Поэтому нужно, когда вы выбираете модель, вы должны учитывать это. Сколько идет пряжи на изделие? 46 размер. Нужно брать порядка 9 мотков, в зависимости от того, какая модель у вас будет. В основном из нее вязать мы будем вот примерно такую историю. То есть изделия получаются вот переходящие такие, плавно переходящие, меланжевые полоски, очень нежные. Вот у меня, смотрите, образец маленький, поэтому она до конца не перешла. Но все-таки видно, да, вот я думаю, что издалека это хорошо видно. И видно вот утолщение, которое здесь проглядывает. Причем плотность вязания я старалась держать одинаковую, при всем при этом все равно. Но вы знаете, на самом деле, вот эти утолщения, они дают такой определенный шарм. То есть вам ничего не надо придумывать, вы уже просто вяжете гладко, ровно, лицевой гладью, и у вас будет очень красивая, буквально прямо подиумная история. Что еще сказать? Дышащая, очень приятно такая вот к телу, грубоватая. На самом деле вот лен, он дает о себе здесь знать. Но после стирки, я думаю, что она будет мягче. Стирать не стала, вот хотелось почувствовать именно вот богатство этого льна, щедрость, скажем так. Хороша одинаково для тех, кто любит нежную классику, и вот для летнего, для моря, и в то же время для любителей боха. Можно использовать как на летние палантины, на майки. И очень, ну, на такие нежные, даже на выход, я так думаю, летний выход, вот с брючками, с юбкой, такие красивые блузки. Выбор модели ограничен только вашими возможностями. Поэтому выбирайте цвет и не отказывайте себе в удовольствии попробовать и поработать с этой удивительной пряжей. Всем пока. И пусть у вас все получается.